Дорога довольно длинная, пока по ней едешь, успеваешь встретить и довольно серьезные ямы, и основательные колеи. По рассказам людей, владельцы машин с низкой подвеской ругаются последними словами, пробираясь к кладбищу. Многим приходится ехать так, чтобы не цеплять днищем ледяной горб между колеями. Правда, испытание водительских навыков не заканчивается, встречная машина, и вот уже возникает необходимость как-то разъехаться, не сползти в колею. Жители резонно подмечают, случись авария или застрянь кто, все, движение перекрыто. Почему такое неуважение? Уважение к мертвым, задают вопросы обнинцы. Если по таким ухабам проскачет катафалк, покойного в гробу растрясет, по прибытии к месту захоронения тело придется поправлять. Здесь хоронят солдат, погибших в ходе спецоперации, указывают обнинцы. Они считают, что уважительно и по отношению к погибшим, и по отношению к их родственникам было бы содержать дорогу до кладбища лучше, чем сейчас. Мы задали вопросы по дороге заму главы администрации Игорю Раудуве. Много жалоб от жителей поступают. Сейчас у нас температурные качели, говорится, днем это все оттаивает. Ночью замерзает, поэтому где-то раз в неделю у нас проходит туда техника, очищает то, что растаяло, потому что ну, лед плохо, сами понимаете, чистится, поэтому ждем, когда сейчас опять подтает, придет техника, будет чистить, будем смотреть дальше, что с ней происходит. Проблема в том, что там как бы кладбище и постоянное движение, и машины хоронят, поэтому как бы вот большой промежуток времени нельзя забрать, как говорится, из этого. Поэтому трактор делает это кусками, ну, обычно это грейдер проходит. Потому что мы ее закроем, там не проедут, ну, как бы не сделать хуже. Ну, на этой неделе придет трактор, да, как только сейчас чуть подтает, чтобы можно было ее счистить, потому что лед тоже грейдером очень плохо чистится, там бетонное основание. Там бетонная вообще дорога, а летом обычно мы подсыпаем ее, как говорится, асфальтом, делаем эти ямы, убираем. Выравниваем дорогу как можем пока. По-хорошему дорогу надо расширять, а для этого придется убирать плиты, делать основания, потом класть асфальт. Это обсуждалось, но на ближайшее время планов по капитальному ремонту дороги на кладбище нет. Зато немного более обнадеживающие новости по другой дороге. Автомобилисты много теплых слов говорят об участке проспекта Ленина, от пересечения с улицей Заводской и до светофора на перекрестке. Наверное, на кадрах все наглядно, в каком состоянии полотно. Пассажиры городского общественного транспорта тоже жаловались в телекомпанию на этот участок. В салоне автобуса все эти выбоины еще как чувствуются, особенно если водитель лихой. Игорь Раудуве напомнил, что в этом году проспект Ленина от улицы Мира до пересечения с проспектом Маркса отремонтируют по национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Подрядчик приступит к работам, как только погода будет это позволять. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ.